Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, приглашаю делиться с вами информацией. И сегодня видео по проекту Dream Life, вот этот, где мы на просмотре видео, на чтении книг зарабатываем по качеству криптомонету Solana. Сегодня проекту 2 недели. Проект новый, проект свежий, проект развивается. Я, конечно, очень-очень довольна. И хочу показать вам свои результаты, свой доход. Это будет чистый мой доход именно вот с этого проекта за 2 недели. Смотрите. Вот. Мой доход в Solana. Это доллары, рубли, тугрики там какие-то. Все идет. А вот это вот мой доход в Solana. Сколько я здесь всего заработала. Перехожу на кошелек. Сейчас мой кошелек откроется. Почему чистый доход? Потому что то, что я когда активировала вот этот кошелек, я с FaucetPay сюда закидывала монетки. Я закидывала, сейчас покажу, 0.01 монета. Я вот эти монеты свои, я их обратно отправила на FaucetPay. Потому что мне интересен только мой доход именно с этого проекта. Я наработала денег, я их обратно как закинула, так и вывела. Они у меня никуда не пропали, а это уже чистый доход с этого проекта. Видим, да? Вот сумма и вот мой заработанный доход. И мои заработанные денежки, значит. Вот я здесь зарабатывала, получено. Так, 681 Solana. Ой, 681 тысяча. Закрываю. Следующий. Я зарабатывала здесь 141 тысяча. Потом 412 тысяч. Далее 104 тысячи. Далее здесь 115 тысяч. Здесь 210 тысяч, 206 тысяч. Потом здесь вот 47 тысяч, 91,88 тысяч, 78, 111 тысяч. Это мелочевка. Здесь 37 тысяч. И вот они, мои монетки. Я отправляла вот это. Вот. Я их отправила. 25 октября я их отправила на FaucetPay. Все монеты, которые я сюда закидывала, чтобы активировать как бы кошелек. Вот. Это мой доход в Solana. Видим, да? Это чистый мой доход. Я очень довольна проектом. Проект абсолютно, друзья, без вложений. Сюда не стыдно приглашать. И можно работать. Лично вот я работаю абсолютно без рефералов. Да, я не скрою, у меня есть рефералы, но они почему-то не работают. Я сейчас вам все расскажу и покажу. Сначала мне хочу ответить на вопрос, как я пополняла. Значит, я пополняла, друзья, с FaucetPay. Значит, смотрите, так, история. Кликаю «История». Значит, депозит. Это я 25 октября вывела со своего кошелька. Обратно вернула монеты.
Вот мои монетки, они возвратились домой. Да? Далее. А дело я именно с Faucet Pay я пополняла. Вот моя сумма Solana 18 октября. Вот моя сумма. Я пополняла вот этот кошелек. Видим, ну, понятно, да? Далее что? Как я выводила? Выводить здесь все очень просто. Я не надо, у меня есть как бы монеты, я на кранах, я на буксах собирала, и у меня есть различные монетки, как бы, да? И вот здесь. Кошелек. Опускаюсь ниже. Мне нужна монетка, да, Solana. Депозит. Это мне надо, если я завожу сюда, как бы на кошелек Faucet Pay, а я выводила на вот этот фантом. И здесь вот мои монеты, здесь сумму, здесь что надо тебе за 4 часа, за 5 минут. Сюда прописала как бы код безопасности, это двухфакторная фигня, и нажала вывести. Все, мне монеты вывелись. Если же у вас нет монет Solana, у вас есть другие какие-то монетки, можно вот эти, блин, все вот эти монеты, какие вам есть, можно, как, не обязательно, я вот сильно большую сумму, кстати, я вывела, но я-то не знаю, сколько надо, да, ну вот. Можно просто любую сумму, я, у меня нет обмена, я ничего не меняла. Например, вот это у меня в Ethereum. Мне, например, я вот биткоин поменяю, не надо монета Solana, да? Я вот ищу Solana, и вот она, я обменяю, вот если вот такую сумму, да, 29 сатох, вот такое количество Solana, я кликну и обменяю, как бы у меня будет столько Solana. Также можете любую монетку искать, хотите Dogecoin, да, на Solana конвертировать. Здесь опять что тут, например, Tron, да, максимум, пожалуйста. Кликаете, меняете на Solana. Что еще? Dash. Также кликаете. И вот такое количество у вас. Любую монетку. А потом выводите. Как бы активируете кошелек. Можете Trust Wallet завести. Можете Phantom. Как завести Trust Wallet или, например, Phantom. Значит, идете на YouTube. Как я устанавливала. Как установить кошелек Trust Wallet. Вам 1 100 000 видео. Все подробно. Ищите любое понравившее видео. И поэтапно ставя видео на паузу, заводите себе кошелек. Так же, как установить кошелек Phantom. Также забиваете в поисковик и также много-много видео. Ставите, смотрите поэтапно, заводите кошелек. Все секретные фразы, все-все-все это нужно будет записывать. Потом пополняете или Trust Wallet. Или же фантом этот. И все. И работаем. Так, я вам показала свой доход в Solana. Как устанавливать кошельки. Без проблем, я думаю, там можно справиться. Теперь по поводу заработка. Значит, вот это, как я сказала, проекту еще 2 недели. Проект будет он развиваться. Вот, вот здесь вот этот банк финанс. Не знаю, что это, еще нет информации, но тем не менее у меня уже здесь как бы идут начисления. И здесь курс вот этой монеты. И как я поняла, я подсчитывала вот эту сумму, 1112 монет. Я умножила вот на эту сумму. И вот у меня совпала сумма вот, вот эта вот верхняя. Я так понимаю, что вот это вот, вот это,
Это будет позже. Информация все проинформирует. Не все сразу в чате. Ссылочку на чат я оставлю в закрепленном комментарии. Вот. Хочется очень даже дуже интересно. Теперь что, смотрите. Значит, от чего зависит наш доход? Значит, наш доход зависит от стажа. Когда я сюда пришла, у меня, естественно, все было по нулям. И чем больше ваш стаж, он идет в минутах, тем больше доход. Дальше больше. Понимаем это, да? Там стаж, вот у меня стаж 5756 минут. Думается, много. Нет, друзья, у меня еще слишком маленький стаж. Но, тем не менее, доход меня радует. Вот. Ну и рейтинг. Также у меня очень маленький рейтинг. По сравнению, если мы кликнем сюда, здесь мы видим уже 90 тысяч. И по 85 тысяч. В общем, да, здесь у людях, конечно, рейтинг зашкаливает. Что он означает, этот рейтинг, я, если честно, понятия не имею. Я знаю только, что наш доход зависит от стажа. Так, далее идем. Здесь как бы личные данные. Идет реферальная ссылка. Ваш пригласитель. Мой кошелек Трон. Он пока как бы и не надо, но рассказали прописать, значит, я прописала. Ну и, естественно, адрес кошелька Solana. Здесь, если нажать, наверное, можно будет изменить. Я ничего не нажимала, так как мне это не надо. Так, далее. Здесь рекламные задания. И вот здесь тоже как бы шапка такая идет слева. Здесь мои выполненные задания. После просмотра видео идет, как бы становится очередь, а потом они выплачивают. Вот 92 тысячи, 588 тысяч. Ой, да, 588 тысяч. 141 тысяча. Потом что здесь? 411 тысяч. И так далее. И здесь вот отображается как бы наш вот хэш-транзакция. Пожалуйста, можете все. И видео я теперь смотрю. Что? Вот здесь можно кликнуть или сюда, или сюда. Я смотрю минимум видео трехчасовые. И тут выходные я смотрела 11 часов ставила видео. И что хочу сказать. Если у вас есть дополнительный гаджет, планшет, компьютер, ноутбук, там я не знаю, вот как у меня, значит, я пишу видео со своего рабочего компьютера, где я работаю, а видео я просматриваю, у меня дополнительный компьютер. Я после, вот как видео запишу, я выйду из кабинета и зайду как бы с другого компьютера по своей электронной почте, по своему паролю в кабинет и начну просматривать видео. Это все по минутам, конечно, здесь много и не заработаешь. Видим, да? Я смотрю в основном кино, литература. И вот видим по 3 часа, трехчасовые. Да? Вот 175 тысяч у меня здесь будет Solana, и вот эти монетки, 55 монет зачисляются. Чем больше, тем, ну, чем дольше длится видео, тем больше доход. И что? Так, фильмы, сериалы, книги.
Вот по 6 часов. Вот сейчас я, наверное, по 6 часов и загружу. Я себе вот это видео, ну, вот книгу вот эту. И пусть она у меня 6 часов будет работать. И мне за это заплатят. Я получу 372 тысячи Солану монет и 118 вот этих тоже монет. И здесь видим вот по 6 часов. Ну, тут было по 11 часов, я смотрела. Много-много всего здесь. Вот. Так что заходите, нарабатывайте себе стаж. Вот, пожалуйста, 10 часов. Если бы я с утра... Сегодня меня не было, как бы я занята, поэтому я как бы и не загрузила, ну, не стала я смотреть такое длинное. А так вот, да, тоже 10 часов. Сколько здесь за 10 часов мне бы заплатили? 587 тысяч. Ну, что, плохо? Да нет, неплохо. Я звук выключаю на компьютере, оно у меня идет. Типа я смотрю. Также можно с другого браузера, например, вот я работаю на Яндексе, можно включить, ой, на Гугле, а включить браузер Яндекс, также зайти по своим данным в кабинет, включить видео, и пусть оно работает, оно никому не мешает, и как бы вот. Ну а потом уже как бы после просмотра нужно, естественно, поставить, как бы там отметиться, понравилось видео или не понравилось. Ну и что там, по пятибалльной шкале также поставить как бы галочку. И все. Ну а когда начнете, кто первый раз будет просматривать, там нужно будет прописать адреса кошельков. Так что не забываем об этом. Вот. Видим, да? Вот тут по минуте этого. Ну, это здесь, конечно, здесь маленький доход. А такие вот большие. Вот 11 секунд. Смотрите. Вот. Когда вы начнете просматривать, да? Кто первый раз, напоминаю, выполнить задание, у вас, вы выполняете задание, появится окошко, и там вот нужно будет прописать криптокошелек Tron и криптокошелек Solana и сохранить, чтобы вам сразу денежка, конечно, шла, поступала на кошелек, потому что здесь в криптомонете Solana нету кнопки вывода. Здесь только вывести можно будет, еще рано, конечно, об этом говорить, вот этот банк. Банк Fincoin. В общем, когда он будет, что будет, это все сообщат в чате. Еще об этом рано говорить. Ну, вроде бы все, друзья, я вам рассказала подробно. Вот, видео, конечно, затянулось, но по-другому нельзя. Да, и еще хочу, что... Вот, рефералы, моя структура. Народ спит. Я не знаю, зачем люди регистрируются. Здесь вообще по нулям, стаж по нулям. Никто и ничего. Вот, здесь тоже видно, кто-то работает. Здесь тоже по нулям. Наш доход здесь, ну что это стаж один? Зависит от стажа. Чем больше ваш стаж, тем больше криптомонет Solana мы будем зарабатывать. Понимаете, это все зависит от стажа. Вот. Так что не спите, заходите и, как говорится, зарабатывайте. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!